Добрый день, коллеги. У меня добрый вечер. Вот специально сегодня решила поделиться с вами звуками природы в Таиланде вечером. Очень красивым и очень красивые звуки в горах. Вы знаете, когда я училась на первом курсе МГУ, у нас большой очень поток был, у нас было 120 человек. Я решила сделать опрос всех 120 человек, зачем они пришли в психологию, зачем они пришли обучаться психологии. И вы знаете, больше 50% людей ответили, что они пришли изучать психологию для себя. В первую очередь разобраться с самим собой, понять самого себя, понять процессы, которые с ними происходят, и возможно, помочь себе в отношениях, в личной жизни, на работе, еще разобраться с какими-то вопросами. Но это было больше для себя. Это было не для того, чтобы работать психологом дальше. Вы знаете, что выпускается в год в России примерно 80 тысяч психологов каждый год. 80 тысяч психологов. Из них, конечно, какая-то часть не идет работать психологами. Но есть какая-то часть людей, которые действительно хотят дальше работать с людьми. И моя задача – помочь тем людям, которые хотят работать, которые хотят работать с клиентами непосредственно. Не быть HR-ами, не идти, там, не знаю, в какие-то центры, а работать непосредственно тет-а-тет, лицом к лицу с человеком, который приходит. Я не говорю, что все психологи, значит, после института, после университета должны пойти и построить свою частную практику. Каждый психолог сам решает. Но я строила эти курсы специально с расчетом на то, что психолог получает рабочую систему, где найти клиентов, как привлечь своего клиента, только своего. Мы ни в коем случае не привлекаем всех клиентов подряд, мы ни в коем случае не берем всех клиентов подряд, мы ищем своих клиентов. Ответьте сами себе честно на вопрос, зачем вы пришли в психологию. Возможно, вам и не нужно работать психологом, и это тоже хорошо, и это тоже нормально. Приходят иногда девочки, которые, например, видно, что они очень хотят работать, и они говорят: «Ирина, я хочу работать с клиентами, прям с клиентами». Они учатся очень много, они вкладывают огромное количество денег и времени в знания, различные курсы, и уже столько много курсов, уже столько много знаний, что пора делиться, что пора рассказывать это, отдавать в мир, что пора выстраивать какие-то системы, свои системы, как помогать клиенту в том или ином случае, не во всех случаях сразу. Я ни за что не поверю, что есть специалисты, которые работают одинаково хорошо и с депрессией, и с тревогой, и с маленькими детьми, и с семейными парами, и там, не знаю, с людьми с кризисом среднего возраста. Я бы не пошла к такому специалисту. И я бы не пошла к специалисту, который, ну, не является профессионалом в своей области, в узкой области. Если мне захочется найти психолога по личным отношениям между мужчиной и женщиной, я буду искать именно специализированного психолога, который специализируется на отношениях между мужчиной и женщиной в семье. Если я захочу найти психолога, например, для своего сына, то я буду смотреть на психологов, которые разбирают детско-родительские отношения. Если я захочу помочь, например, своей маме, то, скорее всего, я буду искать психолога, который занимается тревогой. Ну, то есть, понимаете, вот это
узкая ниша, она дает огромное преимущество. То, с чем психологи сейчас встречаются, вот эта универсальность, которую дают в университетах и говорят, все, вы психолог, вот общий психолог, вы можете работать с кем угодно, как угодно и помогать кому угодно. Но, к сожалению, маркетинг и рынок так не работают. Мы ищем вот эту узкую область, узкую специальность, в которой вы являетесь специалистом и хотите развиваться дальше. Доверие в этом случае больше от клиентов. Зачем вы пришли в психологию? Зачем вы работаете психологом? Или только пришли, вот только-только начали погружаться в это? Ответьте себе сами честно на вопрос. Зачем? Зачем вам лично это нужно? Напишите 10 причин. Зачем? И сразу скажу, как коуч, здесь уже как коуч скажу, что причина спасти все человечество не работает. Найдите причину, что вами движет, что помогает вам работать, что помогает вам просыпаться и чувствовать этот огонь, что помогает вам просыпаться и чувствовать вот этот интерес к своей профессии. На сегодня все. Зачем вы пришли в психологию? Всем ромашек. Спасибо за внимание.